Шведская модель Остерген покорила пользователей соцсетей невероятно длинными ногами. Так, при росте 178 сантиметров длина ног шведки составляет 108 сантиметров. На ее странице в Инстаграм более 143 тысяч подписчиков. Как рассказала Ив, в детстве она очень стеснялась своей худобы и длинных ног. Она даже впала в депрессию. Но 13-й год стал для нее судьбоносным. Девушка решила заняться бодибилдингом и фитнесом, где и встретила своего будущего мужа, шведского бодибилдера Тобьорна Остегрена. Примечательно, что Ия родила двоих детей, но сохранила идеальной формы. Чтобы помочь жене быстрее восстановиться после родов, муж сам взялся тренировать ее. По словам Торбьорна, теперь он завидует сам себе, а в родной стране его красавицу жену называют не иначе, как скандинавской богиней. При этом многие не верят, что ей такие ноги. Однако фото из детства показывают, что это действительно правда.